Омские автотранспортные предприятия могут остаться без компенсации межтарифной разницы, а проезд вновь подорожать. О том, что в городском бюджете средств на компенсацию для ПТП осталось только до июля, заявила накануне директор Департамента финансов и контроля администрации Омска Инна Парыгина. Сейчас стоимость проезда в Омске составляет 22 рубля, в то время как сам тариф – 29. Чтобы сохранить эту разницу, в январе было выделено 251 миллион рублей компенсации. Одним из вариантов привлечения дополнительных денег в мэрии предложили приватизацию имущества бывшего ПТП номер 1 и части помещения муниципального предприятия «Электрический транспорт». Таким образом, можно было выручить от 200 до 350 миллионов рублей. Однако депутаты городского совета дважды отвергли эту идею. Где теперь брать средства, никто не знает.